Московские аудиторы приступили к проверке финансовой и хозяйственно-экономической деятельности строительной компании «Реставрация», 1500 клиентов, которые так и не получили своих квартир. Выводы специалистов помогут ответить на один из главных вопросов – сколько необходимо денег для завершения домов. Об этом на встрече с дольщиками рассказал представитель регионального Минстроя. Очередные переговоры прошли в усеченном составе. Присутствовали около 50 активистов из числа пострадавших инвесторов, делегаты от профильного министерства и отдела полиции по расследованию экономических преступлений. На встрече также стало известно, что в отношении теперь уже бывшего директора компании «Реставрация», который собрал с дольщиков средства на возведение 10 домов, но так их и не построил, возбуждено уголовное дело. Сейчас он за границей, но в розыск пока не объявлен. Решением проблем здесь, в Красноярске, занимается временное руководство фирмы. Сейчас, в настоящее время, нынешнее руководство реставрации делает все необходимое, чтобы быстрее вести процедуру банкротства и начать все необходимые процедуры в рамках уже процедуры банкротства. То есть формирование реестра кредиторов и так далее.